Всем привет, дорогие друзья, на канале Новый Павел Гейм. С вами Паша. И сегодня подписчики мне писали в личку, что вот этот вот канал сделал на меня разоблачение. То есть вор и мошенник с маленьким Архита Арахис. Вот этот вот человек, вот это видео, и я хочу его посмотреть. Ой, господи, боже мой, какой сейчас год, что это за старье? А, это даже не его интро, он взял его из ВК.com. Best Vines. Это даже не его интро. На фоне можно заметить песню, он ее тоже не писал. То есть он просто это нагло украл. Вот, это чужая заставка. Новый Павел Геймс на настоящий. Сегодня мы будем разоблачать мошенника. Что это сейчас было? Ты... У тебя мозгов нет, зачем ты зашел в заметки? Потому что у тебя голова не работает, наверное, да? Павел Геймс. Да. Ну да. Что ты собрался читать? В смысле? Господи. У тебя чего, программа Clone Fish открыта. Ты стесняешься вот это вот говорить все. Ты просто читаешь, сидишь. Ну ты хотя бы микрофон выключишь, чтобы читать, а то ты дышишь, это отвратительно, у тебя макрол там легкий, почему че? Что ты тут читаешь, для чего ты это делаешь? В смысле? Это неправда, тут больше просмотров. Ах ты ж. Смотри. Да. Господи. Господи. О. Господи. В общем, ребята, как вы поняли, это все фейк, я не знаю, что это за канал, и он очень дурной канал, видите, тут статистика бред, это значит переводится с английского плохо. Этот канал я вам не рекомендую, не слушайте, что он говорит, я настоящий Новый Павел Гейм. И, как вы поняли, это все фейк, вот. То есть он хочет получить мой канал, но популярность, вы не слушаете его, кидайте мне жалобу, то есть как-нибудь жалобу на ютубе. Нажимаете вот сюда, потом сюда, и нажимаете вот сюда. Дальше, вот это. Ну, я особо не смотрю, что я нажимаю, мы тут пишем все, что угодно абсолютно. Но я сюда просто дал напишу, вот и пожаловаться. Все. Каждый пускай это делает, ставьте лайки. Отписывайтесь, если вы не подписаны. Все, распространите это видео, пожалуйста. То есть на этом канале даже Сергея Карпуского нет, это все фейк. Ставьте лайки. На моем канале, на этом ролике, на том канале ставим лайки, подписываемся. И в социальных сетях это видео распространяем своим бабушкам, дедушкам, одноклассникам и учителям, чтобы все знали, то, что я настоящий Новый Павел Гейм. Все, спасибо за просмотр. Всем до свидания.